Чеки – это часть нашего шоу, то есть мы всегда начинаем концерт с саундчека. Мы не можем без саундчека начать концерт. Как бы нам очень важно, чтобы вы видели все изнутри. Мы не боимся показать вам это. Тогда. Да, слышу себя, кажется. Только высоких многовато, очень много высоких на голосе. За-з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 а-
Thank you.
Thank you.
Думаю, что пора спеть что-нибудь на русском. Всем добрый вечер. Меня зовут Женя Любич. Это моя группа. И очень классно, что вы добрались до сюда, несмотря на то, что с утра был дождь. Но вот, надеюсь, что распогодится сейчас у всех нас. Приглушенный шум, час ночи, я что-то впрочем пою, и все это дежавю, и все же. Может быть, сегодня я найду бесконечность, а может, я поверю в каждый миг и мгновение. Просто лунный свет вдруг упадет. За город, забыть о каких-то суетных моментах, о пробках, о метро. Это очень как-то радостно. Не каждый день мы поем на берегу Финского залива, в Изибаре. Так что сегодня такой какой-то эксклюзивный очень момент. Thank you.
человек. Кто-то смотрит в пол, а кто-то ищет прикватал. Кто-то едет рядом с таким бездумным взглядом. Пожар часы, где-то тикает пульсер. Черные полосы, ушел в вагон и вернулся. Кто-то все равно опоздал и пьет свое пиво. И думает мимо, а не панеро. Рок-н-ролл, электрический ток. Следующая дверь и цель от нами свихнуться. Нам везде заметно, где нам следит комета. И прислоняться белым светом и дальше. И полос пересекается раньше. Электропоезд пришел, а кто-то пьет пиво. И думает мимо. Рок-н-ролл, электрический ток. Он забивает дом, коридор. И победит. За то, что я порой задаю одни и те же вопросы, пою на одни и те же темы. Но есть один вопрос, которому я не изменю. У меня есть вопрос к президенту. Как сломать этот кризис с момента, когда нет ни рубля, бля, ни евро, а кредит судьбы давно уже прерван. И что делать, когда мне не выбрать одного из 5 миллиардов простого жителя этой планеты? Как понять, где я, а где ты? Кто залечит мои раны? Что заменит мне счастье? Где найти меридианы? Как попасть в эту масть? Нет, кто залечит мои раны? Что заменит мне счастье? Где найти меридианы? Как попасть в эту масть? Нет,
найти меридианы, там попасть в эту маслянку, залечит мой ран, что заменит мне счастье где? Найти меридианы, там попасть в эту маслянку. Не нужны мне кандидаты на пути, с ними можно помереть со скуки. Космонавты мне не нужны, говорят, они не слишком нежны. И мне, наверное, никто не поможет, ни поэт, ни одинокий художник. Я поэтому пришла к президенту с личным кризисом такого момента. Залечит мою рану, что заменит мне счастье где? Найти меридианы, там попасть в эту мазь мне кто? Залечит мои раны, что заменит мне счастье где? Найти меридианы, там попасть в эту мазь мне. Я, конечно, не знаю, как вы, но вот мы тут перед концертом немножко, так сказать, пригубили. Возможно, конечно, дело пагубное, но мне кажется, что вот в этот день сегодняшний, в этот вечер можно, потому что нужно как-то согреваться. Вот, не только нотами и духовным, но еще чем-нибудь. Вот так вот теперь я говорю. Ты на меня влияешь, пагубно. А я курю уже в который раз ту сигарету, папиросочку, что ты мне дала, мне понравилась. Ты на меня влияешь пагубно, а я ночами пью одна. Абсент его принес когда-то мне домой, и вот настал момент. Я все бросаю монеты. Ах, где ты, где? На чьей же ты стороне? И неужели тебе дела нет, что ты мой самый главный запрет? А я хочу к тебе. Ты на меня влияешь пагубно, а я целую тебя губы, губя свою же репутацию на разных улицах у всех на виду. Ты на меня влияешь пагубно, а мне отчасти это по душе. Только порой мне все же кажется, что ты ко мне, мой милый, равнодушен. А? Где ты, где ты? С другой планеты. Я все бросаю монеты. Ах, где ты, где? На чьей же ты стороне? И неужели тебе дела нет, что ты мой самый главный запрет? А я хочу к тебе. Я на тебя влияю пагубно, ты на меня влияешь. И ты, конечно, врешь, я тоже вру. Все говорят, что ты не пара мне. Я не могу учить французский и не прочитанные учебники. Я так скучаю по тебе, мой друг, что я кричу почти в истерии. Ах, где ты, где ты? Я все бросаю.
монеты. Ах, где ты, где? На чьей же ты стороне? И неужели тебе дело нет, что ты мой самый главный запрет? Белый снег за окном заметал, темноту падал вниз, а потом ты зайдешь ко мне на минуту, кажется, земля кружится каждый раз, когда я смотрю на тебя, и в твоих глазах нахожу я пространство космоса. Из другой галактики, воды Антарктики, ты меня сейчас бросаешь, не меняя тактику. Почему так легко, когда легко ты уплываешь? Подожди, ну пожалуйста, не спеши. Посмотри, видишь ли, все еще я люблю тебя на двоих. Хватит на двоих с головой, можно утонуть, ну скажи, что теперь не так, поделись, отзовись же хоть как-нибудь. Из другой галактики, воды Антарктики, не меняя тактику. Почему так легко, когда легко ты уплываешь? Холодно, слишком холодно, я дрожу, я едва дышу, я прошу, ты только разреши, ну позволь мне согреть тебя. Слышишь, ты молчишь, да и не надо слов, я молчу, но тебе пора. Жаль, что мы не смогли опять промолчать до самого утра. Из другой галактики, воды Антарктики, ты меня сейчас бросаешь. Почему так легко, когда легко ты уплываешь?
Большое спасибо. Я вижу, что народ потихоньку прибавляется, прислушивается. Ужасно приятно. Вижу гостей из Москвы. Вижу друзей по своему университету, которые учились у моей мамы, Татьяны Александровны Бубарыкиной. И вчера у нее была премьера спектакля по Оскару Уайлду. Вот вчера они не пришли, но зато они пришли сегодня. Как приятно. Да, ну что ж, тогда за то, чтобы все доходили до туда, докуда хотели дойти, доезжали до туда, куда бы хотели доехать, доплывали, долетали. Утренняя ракета взлетает, и ее поймают замкнутые пространства. Только не хватает, он, наверное, не знает, что еще не проснулась, но он все-таки мечтает, чтобы прикоснулась больше, 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 больше тепла в этих острых зарядах. Громче, 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 громче звала тишина снарядов. Дальше, 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 даже не.
ночи. Мир позабудет все ходы, и только аккорды знают так. Но перепутаны ласты и ночь, и день. Короче, они пророчат. Ночью спать, но не увидишь длинных снов. Ведь если проспишь ты до утра, то не заметишь ничего. Ведь ночь и день, короче, просыпаешься темной ночь и день. Синисин, всякие бывают моменты. Мне кажется, что у нас технические радости сегодня с этим баром. Оказывается, он изи, но для нас, для меня не очень изи, потому что акустика, честно говоря, оставляет желать лучше. Но мы попробуем как-то вам все-таки, чтобы было тоже комфортно. Will I ever forget the cold?
foot on the ground. Слушайте, у меня тут такой классный звук, на самом деле. У меня тут вот стул такой издает, слушайте. Очень круто. Не знаю, все ли видели, возможно, все слышали. Ну, в общем, на самом деле, везде хочется находить какое-то свое творчество. И вообще творческие люди — это очень круто. В общем, очень всегда радостно встречаться с творческими людьми, общаться с ними, говорить с ними, петь с ними, танцевать, работать. Я очень хочу вам всем пожелать, чтобы в вашей жизни постоянно вы встречали таких людей. И в первую очередь, чтобы вы сами всегда были такими людьми. Песня о людях творческих, о creative people. Dimension of yourself.
друзей. Можно тише, но гитара может сделать. Заводится такое ощущение. Ой. Песню. Кто не знает, расскажу историю. Песня называется «Маленькая Европа», точно так же, как и планета, которую недавно нашли в космосе где-то. И эта планета отдалилась от Солнца, и вся она покрыта коркой льда. И есть предположение, что на этой планете когда-то была жизнь. Что-то произошло, и теперь она где-то просто летает в открытом космосе. Без признаков жизни, кроме вот этой корки льда, у них больше ничего нет. Я услышала эту историю по каналу Discovery, мне захотелось сразу написать об этом песню. И эту песню я написала в самолете, пока мы летели в Пермь. Так что вот так вот в полетах, творческих и не только, пишутся песни. Песня акустическая, очень такая лирическая, тихая. Поэтому те, кто говорит, я попрошу меня послушать, потому что мне довольно тяжело в этой акустике, в общем, достучаться до вас. Сокращений рвется сорваться с курса
то ли она отдаст. Только собой рискуя, может, ее не станет. Планета останется без остатка. Последний наш шанс. Одинокая пленная, это моя вселенная. Тысячи раз без спроса тычет в открытый космос. Планета останется без остатка. На гитаре, а также Евгений Николаев на бас-гитаре, ну и, в общем-то, Андрей Иванов на барабанах. Yeah.
моей квартире нет наверняка. Пригласи меня в свою квартиру, я не сразу сниму свой плащ и кеды. Мы знакомы почти 2 недели. Давай станем ближе на 40 метров. Я пропала на первое по своим ощущениям.
моя любовь. Вам будоражит кровь. И множество людей. Похоже на бледей. Знают моряки, о чем мои стихи. А что-то и что-то хорошее очень, наверное. И можно быть правым, прогуливаясь налево. Но я почему-то ответа, как в этих вопросах остаться политкорректной. Свободная любовь, лямур, либо, и рифмы не нужны. Либо, и выбор без границ. Такой же, как у птиц. Что-то и что-то хорошее и очень верно. И можно быть правым, прогуливаясь налево. Но я почему-то конкретного жажду ответа. Как в этих вопросах и незачем смотреть в глаза, и некого корить в слеза. Свободная любовь вам будоражит кровь, вам будоражит кровь. Спасибо.
without confusion. Работа, блядь.
Спасибо. Я вот недавно давала тут интервью какое-то, в очередной раз, и меня спросили, что вновь попросили как-то определить вот стиль своего творчества, и мой ответ был какой-то уклончивый, потому что я думаю, что невозможно дать какое-то единое определение, очень все разбросанное такое. Но вот очень хорошо один журналист сказал, что он слышит в моем творчестве мотивы от раннего барокко до позднего панк-рока. Я думаю, что он был прав, и не хочется никого в этом разубеждать. Thank you.
Парижа прилетела одна птичка. Водами огромной башни, летящий в небо над Парижем, кому-то сделается страшно, кто-то захочет только выше. На этом многолюдном месте ей ничего не интересно. За облачном туманном платье она одна себе невеста. Елисейские поля, слева улица твоя, назад дороги больше нет, вперед и перейдем привет. Справа Елисейские поля, слева улица твоя, назад дороги больше нет, вперед и Эйфелю привет. Дева жаждет революции, и хоть сейчас на баррикады из металлических конструкций ее шарниры и шарады. Об этом знает только ветер, там на высоких переходах, в железных запертых корсетах ее безумная свобода. Поля, слева улица твоя, назад дороги больше нет, вперед и Эйфелю привет. Справа Елисейские поля, слева улица твоя, назад дороги больше нет, вперед, пора и Эйфелю привет. Хочется что-то такое еще сделать. Работать!
Я вас не отпущу отсюда, пока вы не споете со мной. Три человека поют, остальные не поют. Пока вы все не споете, я вас не отпущу. Oh!
Я жду, что ты позвонишь.
Ну, мы все разошлись на последнюю песню. Ну, надо еще одну тогда петь вам. Ну, тогда вы не расходитесь. Ну, да, хорошо. Да, в общем, еще одна, и мы пойдем к вам пухать. Thank you.
большое спасибо, что пришли и были. Для вас спела я, Женя Любич. Мы сейчас улетаем в Казань со Стасом Березовским играть там на фестивале «Сотворение мира» 25 числа. Ребят, пока я. Спасибо, Женя! Спасибо, да, спасибо большое. Короче, дело такое. Варя Шведова, которая вот здесь все организовала, она меня лично просит спеть одну песню. Но я ее уже пела в концерте. И я даже не знаю, мне это неудобно. Ну и Варя, Варина мама, что-то почти то же самое для меня, также дорого и любимо. И брат Варин, короче, вся родня Варя, она просит меня. Но я не могу ей отказать. Ну, в общем, ладно, поем. А те, кто меня еще не знает, не в друзьях ВКонтакте, все добавляйтесь, всех жду в гости. В Питере следующий намечающийся концерт в клубе «Душ», кстати. Клуб «Душ» 13 июля. Собственно, день рождения Вари Шведовой, и будем все дружно там его отмечать. Да, 13 июля, значит, всех жду в душе, не забудьте принять душ перед душем, а 2 июля, да, усадьба джаз, но как бы это кто уж может, кто может, пожалуйста, пожалуйста, приходите, вот, а 13 июля это вот душ, это новый клуб Сергея Шнурова, Лиговский 50, всех там ждут, а сейчас еще одна песня, чисто для своих. Под сводами огромный башни, летящий в небо над Парижем, кому-то сделается страшно, кто-то захочет только выше. На этом многолюдном месте ей ничего не интересно. За облачком туманном платье она одна себе невеста. А справа елисейские поля, слева улица твоя. Больше нет. Вперед! И Эйфелю привет! А дева жаждет революции, и хоть сейчас на баррикаде из металлических конструкций ее шарир и шарады. Об этом знает только ветер там на высоких переходах, в железных запертах арсеналах ее безумная свобода. А справа елисейские поля, слева улица твоя, назад дороги больше нет, вперед и Эйфелю привет. Вперед, пора, и пили привет.
До встречи со всеми. И я вас всех люблю. Пока.